командой Нижнего Тач. Прошу, пожалуйста, прокомментируйте сегодняшний матч, что случилось, почему так получилось. А потом, если будут вопросы, пожалуйста, ответьте на вопросы корреспондента. Спасибо. Случилось, мы проиграли игру 4-0. Поздравляю соперника с победой. По игре, можно сказать, первый тайм мы пытались что-то еще сделать. Получили гол, необязательный, в раздевалку. Пришлось, к сожалению, сразу поменять трех человек по, скажем, ненужные травмы, неожиданные. Вот, очень молодые ребята, но пока что мы не готовы бороться с такими командами, как мы сами. Мы отстаем во всем, в организации и абсолютно во всем. Даже в том, что я не могу руководить командой с тренерской зоны, скажем так. Это очень сложно. Команда сама играет без тренера. И, ну, есть проблемы пока. Ну, то, что сегодня нас перекнут, ребят, какой-то мандраж. Ошибки очень такие детские были. С чем это связано? Настроение уже полезно. Я не думаю, что у них какой-то сильный мандраж, я не видел. И недонастроя не видел. Мы пока что еще находимся, еще, наверное, будем долго находиться в стадии становления, ищем молодых игроков, которые могут нам помочь в дальнейшем. Но то есть уровень нынешнего министра, он пока не соответствует хорошему уровню молдавской лиги. Поэтому мы находимся все время в поиске, и сегодня за нас, опять же, 3-4 человека новых мы смотрели и пробовали. А это, опять же, изменение состава, и люди должны здесь привыкнуть. Ну, лучше работать с молодежью, скажем так, с перспективной, и какое-то время с ними работать, выстраивать команду. Опять же, повторюсь, тут надо на это просто время, а его сейчас у нас нет. Мы также понимаем, что самые основные ключевые игры у нас начнутся к концу апреля, где мы будем играть с равными нами командами и где мы можем бороться за очки. Сейчас пока что с такими командами, как Милсами, Тираспа, Шериф, мы не готовы бороться на равных. И денежные ресурсы, как команда, да, не позволяет усилить? Их просто нет, этих ресурсов. Поэтому и происходит. А перспективы ничего не слышно? Ну, не, скажем так, что пока конкретного ничего у нас нет. Мы работаем в тех условиях и имеем тех людей, которые сейчас у нас есть. Но опять же, даже чтобы этих людей поднять на какой-то уровень, необходимо время. Мы не можем людей привести в команду, и через неделю или две он уже стал уровнем хорошего или выше подняться. Такого не бывает. То есть необходим какой-то срок, 3-4 месяца, может быть, полгода, кому-то год надо. Молодежь, что будет преимущественно из Молдавии, или есть какие-то наработки? Да, в основном это будут ребята из Молдавии, молодые, 17-18-летние, которые заканчивают школу, и будем планировать с такими людьми будущего. То будем пытаться выстроить структуру в клубе, чтобы этих ребят воспитывать и дальше пускать на орбиту футбол. Угу. Еще такой вопрос, вы как тренер готовы на долгосрочную работу? Я готов на тренерскую работу в разумных условиях. Пока что этого нет, ну, как бы у меня есть терпение, я посмотрю дальше, что будет. Естественно, то есть так продолжаться дальше не может. Как некоторое время любой человек